Уже совсем скоро, 9 декабря, состоится Международный день борьбы с коррупцией. С 2004 года этот день отмечается во всех странах Объединенных Наций. Казанский федеральный университет тоже участвует в праздновании этого дня. Совсем недавно юридический факультет провел квест для своих первокурсников. Но на этом события, связанные с темой противодействия коррупции, не закончились. 13 ноября состоялась спортивная версия игры «Что, где, когда», которую организовал Брейн-клуб КФУ. Деятельность клуба направлена на развитие интеллектуального движения среди студентов. Сегодня мы проводим интеллектуально-познавательную игру «Что, где, когда», и она посвящена месячнику борьбы с коррупцией, которая пройдет 9 декабря, это Международный день борьбы с коррупцией, и также именно 9 декабря мы проведем еще одну заключительную игру, которая состоится в малом зале Уникса для студентов всех институтов. Правила спортивной игры ушли недалеко от телевизионной. Все так же 6 человек за одним столом, но с одним большим отличием. Знатоки играют не против телезрителей, а против другой команды. При этом все команды отвечают единовременно, записывая свой ответ на бумаге. В последней игре приняли участие больше 20 команд, и это можно считать хорошей оценкой работы Брейн-клуба КФУ. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.